Еще один момент сразу же создает Сельта, его не реализует, а затем уже реализует благодаря усилиям Фабиана Орельяна. Посмотрите, как здесь сыграл чилиец, ушел он от двух соперников, вдоль штрафной прошел, нашел возможность для удара с левой ноги и здорово обводящим ударом отправляет мяч мимо голкипера Висенте Гуаид. Видите, как здесь удачно сыграл Фабиан Орельяна. И на 56-й минуте доводит преимущество Сельты до двух мячей. Ну вот эту игру, которую поставил Луис Энрике.